вклеить свою фотографию, да, вот он. Вы можете вклеить сюда свою фотографию, написать свое имя, почувствовать себя частью исторического события, которое... Я надеюсь, это будет початком того, что не только у Городни, но, максимум, и по всей Беларуси такий формат взаимодействия улады и громадства, формат того, что люди пойдут на диалог и начнут сказать про те проблемы, про те погрозы, которые у нас есть. Открыто, один одному в очи, а не только декларуя свою правду. Насамрэч, калі мы не чуем адзін аднаго, калі дзяржава не чуе грамадства, калі грамадства паміж сабою сварыцца, як вы думаеце, ці гэта сапраўды добра для незалежнасці? Жыць мыслю о том, чтобы думать о том, чтобы поесть, просто поесть, да, или одеться, да, это тоже, ну, неправильно, уже мир давно шагнул дальше гораздо. Я просто хочу всех гродненцев и всех белорусов сказать, с днем воли, с нашим днем незалежности. И я вами горжусь. Тут говорилось тоже про чувство гордости. Я всеми вами, кто здесь присутствует, горжусь. Живе Беларусь, всех со святом! Неважно, кто будет руководить государством, мы их выбираем. Мы выбираем, как мы будем жить и как хотим жить. Но это уже другая ситуация. Просто помните, что мы люди, мы не скот. И когда говорят, что да, власть содержит порядок, но это обязанности власти содержать порядок. И содержит порядок за счет того, что белорусы сами по себе, народ культурный. Мы не мусорим так, как я был и в России, и видел, что там происходит. Каждый сам себя здесь наводит порядок, а не государство. Мы, когда мы вместе, а не когда мы поодиночке. А когда мы вместе, мы с вами сила. Живи, Беларусь! Живи!